когда приезжаешь пораньше, то пустая площадка ждет. Тут классно. Для деток можно, отлично, дети могут здесь играть прекрасно, а родители на бережку себе занимаются грилем. Здесь есть место для гриля. Можно погрилевать немножечко. С таким прекрасным видом. Мы наконец-то доехали до Новой Хуты. На залив Новохуцки, он так и называется. И сейчас мы покажем, как тут прикольно можно погулять. И здесь недавно поставили тенджинью солонкову. Вот... Я так поняла, что она очень полезна для здоровья. Немножко почитала там, что можно там находиться всего лишь только полчаса. Но запах такой замечательный, но нам очень понравилось. Спускают лодочки, на которых можно поплавать. И где-то едет поезд. А, трамвайчик. Всего лишь на всего. Минутка польского языка. Чевеже же 30 грудня 1980 року заледве в 33 лата по отваженні хути Леніна, імені Леніна, випродуковано в ній 100 мільйонів тонн сталі. Та-да-да-там. Романтика на Новохуцькому заливі. На таких ледочках можна покататися. Не знаю, як вони правильно називаються. Ну, прикольно. Здесь, оказывается, есть управление фонтанами. Та-да-да-дам. Вау! Это работает? Супер! Класс!